Всем привет, это Ирина Воскресенская. Я только что из Пятерочки и купила все по акции или красную цену. Хочу вам показать, может кому-то что-то пригодится. Вы еще успеете сегодня или завтра еще будет день, потому что в Пятерочке по вторникам все меняется, новые акции там. Ну, начнем вот с красной цены. И я шла вообще за шампиньонами. Очень люблю, чтобы у меня всегда было в морозилке шампиньоны. Очень удобно. Свежие тоже покупаю, естественно. Но вот они меня прям палочка-выручалочка. И на следующей неделе я белок хочу заменять частично грибами. И вот купила себе опята появились. Раньше я, во всяком случае, не видела этих грибов. Вот по красной цене. А теперь они есть. Тут 400 грамм. Все цены я пропишу. Чек специально вот оставила. Так что смотрите. Надо будет дальше вскрыть. Я сейчас покажу вам все. Потом вскрою, посмотрю. Потому что первый раз покупаю. Посмотрим, что там. Купила брокколи. У меня закончился. Я тут активно ее ела. Обязательно держите брокколи. И не только держите, кушайте. Суп я вам показала, тушить тоже можно, очень хорошее, качественное, несмотря на, ну, что это красная цена, мне очень нравится, я покупала разные марки и очень довольна вот именно этими пакетами, и тем более не стоит переплачивать, тут 700 грамм у нас идет, кстати, мне кажется, раньше 900 было, или я что-то путаю, можете мне написать. Очень хорошая скидочка на помело. Посмотрите, какое большое. Люблю этот фрукт. И когда есть акция, а сейчас акция именно на него хорошая. Такой огромный, по-моему, всего 100 рублей, что ли. Вот на этот, даже может меньше. Ну, в общем, еще раз говорю, все цены пропишу. Были по акции вот такие черри. Отличные черри, ни одной гнилой. Вот. Все чистенько, хорошо. Барилла 59 рублей, насколько я помню. Ну, точно 50 с чем-то. Хорошая скидка. Были еще там какие-то по скидке, но их уже разобрали. Там, по-моему, пружинки, что ли, были. А вот спагетти остались, но взяла. У меня есть хороший рецепт со спагеттими. Как только можно будет... Через недельку кушать на правильном питании. Там можно есть из твердых сортов пшеницы и макароны. Обязательно с вами приготовим. Значит, что здесь у меня? Здесь гречка. Гречка отличная. Люблю эту. И Макфа, знаете, эту марку. Гречка здесь хорошая. Очень удобная упаковка. Знаешь, что насколько на одного человека. И хорошая очень скидка. Сейчас вот они по акции. Так что кому нужно... гречку идите и покупайте, потому что гречка хорошая. А здесь вот я себе купила, смотрите, вот такие батончики, одна порция, ну вот это 150 калорий. Купила себе на перекус. Иногда получается, вот, например, сегодня я полдня не ела, ничего так получилось, что уехала из дома и ничего не могла поесть, такого нормального не было. Вот такой батончик, он все-таки голод очень хорошо утоляет. Тут овсянка, семечки, изюм. Вместо шоколадки мне теперь. И, в принципе, 150 калорий для перекуса. Это очень хорошо. Сейчас там очень хорошая скидка. Они были 40, по-моему, 5 рублей. Сейчас, по-моему, 22 рубля. Ну, в общем, что-то в половину прям 50% скидка. И только надо брать 2 штуки. Вот поэтому я взяла 4. Груша конференция по скидке, отличного качества, очень хорошие, взяла 4 штуки, мне на неделю как раз хватит. Авокадо, даже какой-то у меня авокадо, вот это мягкое даже авокадо, тоже такие довольно-таки крупные, значит мякоти много и по скидке. По скидке вот такие хорошие, мне нравятся они с завязочкой пакеты. Обычно они
что-то около 90 рублей, 80 с чем-то, сейчас 60. Да. Взяла горошек, тоже вот как бы говорила вам, заменять буду мясо, потому что ну, за неделю мне, по правде сказать, куриная грудка надоела, так что в салат буду ложить горошек. Он сейчас тоже с хорошей скидкой 39 рублей. Вот эти салфетки, не помню, по-моему, они и без скидки были, но очень удобная вещь. Ну, что-то недорогие, 30 с чем-то рублей, по-моему. Вот, если я ничего не путаю, смотрите цены. Очень для кухни люблю вот эти салфетки. Надеюсь, тоже вы их знаете и пользуетесь. Потому что очень хорошо вытеряет везде сырость. Да, все можно мыть. Салфетки универсальные и очень-очень хорошо впитывают влагу. На кухне это играет большую роль. Вроде все, но еще там вот туалетную бумагу я купила, но она без скидки была. Кстати, очень хорошая бумага. Одна штука получается 16,40. Не знаю уж, это дорого-недорого, но сама бумага очень хорошая. Сейчас она там есть. Вот такая небольшая покупочка. Если кому-то что-то актуально, идите покупайте. Вроде все я вам рассказала. Вот сейчас еще отключусь, открою пакет и посмотрим, что за пакет, чтобы вы, если там плохо, не покупали. Ну, вот такие. Это, конечно, не опята, а какие-то китайские, по-моему, грибы. Ну, вот они продаются за опята в баночках еще. Но, в принципе, они вкусные и пойдут как во второй, так можно и с брокколи суп. А их обжарить немножечко и сверху положить, как белок будет. Очень неплохо. Выглядят ничего, все такие нормальненькие. Попробую еще, конечно, потому что первый раз, я говорю, я их беру. Вот. Вот такие. Будем опята кушать. Ну все, теперь все показала. Всем пока-пока, до новых видео.